ребят, всем привет! И как всегда рада вас видеть на моем канале. Как видите, я на море, как и говорила. Сегодня хочу приготовить креветки на мангале. Ну что ж, приступаем до приготовления. Берем уголь и насыпаем половину пачки где-то. Я думаю, недостаточно будет. Примерно так достаточно. И разжигаем наш уголь. Для приготовления креветок нам понадобится сливочное масло, черный молотый перец, также понадобится соевый соус. Я беру обычно всегда классический, он мне всегда нравится. И, конечно же, креветки и мангал, где будем готовить. Берем сковороду, так как мы будем готовить в сковороде, и небольшой кусок сливочного масла добавляем в сковороду. Его надо будет растопить. Ну вот смотрите по количеству креветок. У меня где-то здесь 2 килограмма, поэтому я вот два небольших кусочка вот. Примерно весом 50 грамм. Уголь разожгли. Теперь вот так я ставлю вот сетку и наверх сковороду. Можно, конечно, и на сетке готовить, но тогда другой вкус будет всего. А мы хотим именно с маслом и всем. А так, если на сетке, это все без масла готовится. Распаливаем масло, все растопить нужно. И будем добавлять креветки. Масло растопилось, добавляем наши креветки. Периодически все помешивая. Добавляем немного соевого соуса. Прямо так вот поливаем. Немножко. И добавим черный молотый перец. Тоже немного. И пусть немножко готовится. Минут, я думаю, где-то 5-7 нам будет достаточно, чтобы их приготовить. Ребят, время от времени перемешиваем обязательно. Видите, сколько у нас жидкости? Ничего, оно все выпарится. Вот так вот готовим. Крышкой я не накрываю, чтобы лишняя вся влага испарялась. Ребят, не забываем подписываться на канал, ставить лайки и смотреть и готовить вместе со мной. Ну что ж, ребят, креветки приготовились, теперь пойдем их пробовать. Ну вот, ребят, вот такие шикарные креветки и очень вкусные у нас получились. Обязательно приготовьте, попробуйте. Вот такой у меня вид красивый. А мы будем обедать. Всем приятного аппетита и до новых вкусных рецептов. Пока-пока!